Да, Дарья, Рома такой очень известный, хороший фотограф. Который занимается чем, Рома? Фотографией. Фотографируешь еду, фотографируешь люди, фотографируешь рестораны, птички, природу. Называется Still New. Still New? Что такое Still New? Обнаженные женщины. Обнаженные женщины, скажи, братья, да все поймем. И сегодняшняя тема, Рома, у нас есть такая камбала, зовут Ю Мурманска. Говорят, обязательно надо нагласить, что она морская. Почему камбала морская? Пусть кто даст ответ, мы ему подарим подарок. Я ловил. Ты хочешь подарок? Подарок, конечно. Пергаментную бумагу, товарищ. Пергаментная бумага – это бумага, которая не горит, но это бумага, у которой можно готовить все, чего вы хотите. Нашу рыбку, которая такая нежная, полная водички. Сейчас мы первым добавим здесь немного розмарина, дала запаха. Это никак не значит, что невозможно добавить тимьян или не знаю, чего вы любите. Отечественный русский продукт обещает, что будет очень-очень-очень вкусно. На розмарин мы добавим немного рыбы, потом возьмем чеснок. Ножом го так нажмете, сразу легко снимается все это. Добавим на рыбу. Маленький секрет, если потом идем с кем целоваться, мы тоже его накормим, и все будет нормально, поверьте. Проверено. Ром, ты любишь снимать чеснок? Снимать может быть, но есть немножко. Не любишь кушать чеснок? Сейчас приходится целоваться. Но Рома у нас целовательный парень. А что вы любите? Есть что-то из продуктов, которые вы действительно любите? Перец? Всегда можно добавить перчик. Крупными или мелкими кусками, как вы это любите? Когда делаете что-то в пергаментной бумаге, надо всегда добавить немножко какие-то помидорчиков и так дальше, потому что они дадут там немножко пары, немножко пробьют эту косту, рыбы и так дальше. Как вы относитесь к сердерею? Отлично, точно. Он к вам тоже будет относиться отлично, обещаем. Мы это все немножко посолим. Все это зальем с немножко оливкового масла. Чтобы Рома и я выглядели как волшебницы, мы вам добавим еще одну рыбку, потому что вас мы пригласили в гости, а не хотим, чтобы вы остались голодными. Давайте еще одну вам добавим. Я очень люблю, товарищи, лук. Когда делаю рыбу, лук дает, кроме этой пары, еще немножко дает такого замечательного аромата. Кто хочет целоваться, пусть не кушает, чеснок будет достаточен. Потом, товарищи, опять у нас есть розмарин. Кто хочет понтоваться, можно добавить... Чего, Рома? Спаржу. Я знаю, я очень люблю спаржу. Можно добавить немного шампиньонов. Белок. Можно это сделать так. А опять оливкового масла, это очень хорошо, это очень полезно. Конечно, немножко посолим. И, Рома, как называется этот инструмент? Степлер. Как? Степлер. Степлер. Ты умеешь степлевать? Конечно. Наши друзья, оп-оп-оп-оп-оп, мы сейчас это сделаем так, подстрахуем, понимаешь, сюда. Потом, где мой палец, ну, можно там подстраховать. Так. Экономно, а то будем заполнять патроны. Все, потом творчество ваше надо попробовать с друзьями. Спасибо. Так. Даже можете на 235-240, это не страшно. Но спасибо вам, товарищи, что пришли, что вы были с нами. С нами были Ромарио, Сир. Спасибо.